Всем привет из Эверят! Дай человеку деньги и власть, и ты узнаешь, что это за человек. Именно так я бы охарактеризовал этот сюжет. Уже больше 6 лет я веду видеоблог на YouTube-канале. Были взлеты и падения. Когда я начал вести видеоблог именно про деревню, про жизнь в деревне, резко возросло количество подписчиков, но, к сожалению, моя реакция на некоторые комментарии была, ну, честно говоря, не совсем, может быть, корректна и адекватна. Дошло даже до того, что через какое-то время я взял и удалил с YouTube канала более 500 видео. Хорошо, что они у меня остались на моем жестком диске, и сейчас, буквально недавно, я закончил заливку их на второй канал Рожен ТВ 2. Не всегда мои действия подлежат какой-либо логике, но таким образом складываются обстоятельства, и таким образом я ищу себя. Предлагаю вам посмотреть на меня ровно 6 лет назад. Всем привет! С вами Сергей Рожен. Сегодня 12 февраля 2014 года. И для меня это очень важный день. Так как вчера был мой последний рабочий день за последние несколько, даже не знаю сколько лет. Вот моя трудовая книжка, хотел вам показать. Так, вкратце, она уже имеет вкладыш. Так, и вот эту запись я хотел для вас показать. Для меня эта запись очень важна. 11 февраля 2014 года, уволен по собственному желанию. Для меня это был очень важный шаг, так как моя последняя работа, я живу в Перми, приносила немаленький доход в мою семью. И начиная с этого дня, я хочу как-то изменить свою жизнь в лучшую сторону. Пора задуматься, не только задуматься, уже предпринимать какие-то действия, какие-то шаги для того, чтобы как-то изменить и улучшить свою жизнь. Ну и постараюсь вести вот этот видеоблог и пошагово снимать какие-то важные события в моей жизни, какие-то победы, может быть, огорчения. Думаю, это вам будет интересно. Спасибо за внимание. До свидания. Да, так я думал раньше. В принципе, ничего не изменилось, кроме качества контента и подачи материала. Почти 5 лет мы живем в деревне и показываем все плюсы и минусы нашей жизни. Как мы зарабатываем, как мы теряем деньги, как мы вкладываемся в различные идеи, как у нас что-то получается или не получается. Вот, кстати, вашему вниманию еще один довольно-таки забавный сюжет, который был снят 5 лет назад в Испании. Для чего же я веду видеоблог на YouTube? YouTube. Всем привет из солнечной Испании. Сегодня мы с вами поговорим о том, для чего я завел видеоблог на YouTube. YouTube — это та площадка, на которой я могу заливать свои видео и смотреть на себя со стороны. Также смотреть ваши комментарии и отзывы. Может быть, с целью заработка, но это, наверное, не основная была цель, и заработка практически как такового нет. Нет заработка. Мне очень тяжело дается вот это вот видеосъемка, это сюжеты какие-то, видеоролики. Я, может быть, не столь артистичен, насколько хотелось бы, но видеоблог я бросать не буду. Я буду продолжать в дальнейшем работу над ошибками. Смотрю на себя со стороны, что я из себя представляю, как я могу разговаривать на камеру. Также вы это видите. Позитива мало, но будем стараться. Ребят, я безумно рад, что вы есть в моей жизни. Порой вы оказываете и поддержку, и даете какие-то дельные советы. Я просто даже не могу подобрать слов, насколько мне это приятно, насколько полезна порой бывает ваша информация. Какие-то трудные ситуации вы также меня пытаетесь поддержать, подбодрить. Хотя я стараюсь это не показывать, но вас же, как говорится, не обманешь. Вы все видите, все понимаете, все чувствуете, все знаете. Огромное вам за это человеческое спасибо. На сегодняшний день нас с вами 86 тысяч человек.
Это огромная цифра. Но по статистике Ютуба это всего лишь 25% людей, которые на меня подписаны. А остальные 75% они на меня не подписаны, но смотрят мой видеоблог. То есть это просто армия, целая армия людей. И мне реально это очень приятно. Ощущать, чувствовать и осознавать. Многих интересует вопрос: ну а что дальше? Сколько я еще протяну в деревне? Уеду ли я в город? Чем я буду заниматься? Ну что тут можно сказать? Поживем, посмотрим.